Род рыбы бабочки включает несколько десятков видов. В этом видео представлены два вида этого рода. Бабочка енот или лунула. Как еще называют эту морскую рыбу, в природных условиях населяет лагуны и внешние склоны рифов вдоль восточного побережья Африки, Австралии, Гавайев, Фиджи и Папуа-Новой Гвинеи, восточного побережья Азии, вплоть до Японии, а также в небольших количествах встречается в юго-восточной части Атлантического океана. Предпочитает каменистое дно. Это небольшая красивой окраски рыбка, длиной до 20 сантиметров. Среди рыб своего рода бабочка енот выделяется тем, что ведет сумеречный образ жизни. Питается преимущественно голожаберными моллюсками, кольчатыми червями и другими донными беспозвоночными, однако нередко поедает коралловые полипы и водоросли. Молодь предпочитает каменистые участки на прибрежных рифах в приливно-отливной зоне. Молодые отличаются более светлым, белесым рострумом и округлым черным пятном на задней лопасти спинного плавника. Бабочка аурига или клинополосая инитиперая, обитатель Красного моря, восточных побережий Африки и Гавайев. Рыба поселяется на рифовых отмелях и внешней стороне рифов в зонах со смешанным песчано-галечным грунтом и кораллах на глубине до 40 метров. Окрас своеобразен, на общем белом фоне рыбку покрывают контрастные темные линии. Расположены линии двумя рядами, перпендикулярно друг другу. Контрастная хвостовая часть, включающая часть спинного и анального плавников, имеет сочный желтый цвет. Задняя часть спинного плавника имеет глазчатое пятно, у молоди оно значительно бледнее. Грудные плавнички прозрачные. Рострум сильно вытянут, лоб выпуклый. Длина до 25 см. На спине расположен единственный плавник, пятый и шестой лучи которого, вытянутые образуют косицу, или нить с направлением назад, что объясняет еще одно из названий этой бабочки, нетеперая. Нить с возрастом увеличивается. Оба эти вида популярны в морской аквариумистике.